Подводит итоги Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на шелковом пути». В течение 3 дней в ее рамках проводились конференции, B2B-встречи, круглые столы, выставки туруслуг и ремесленного искусства, презентации потенциала регионов нашей страны, гастробазар и многое другое. Выставка собрала профессионалов бизнеса путешествий со всех уголков мира. Туристическая карта мира и нашей республики была представлена в эти дни в Узэкспоцентре. 15 стран-участниц, 14 регионов Узбекистана продемонстрировали турпотенциал, новые направления, маршруты, колорит местности. В последнее время очень бурно, стремительно развивается туризм. Мы это вот видим. Я в туризме работаю 25 лет уже. В Кыргызстане очень много ресурсов, туристических объектов. У нас и Аральское море, у нас и Бадай-Тугай, всемирно известный музей Савицкого, десятки городищ. Есть юрточный лагерь, 20 юрты, верблюды. Уже по традиции выставка собирает сотни профессионалов индустрии туризма и создает условия для развития этой отрасли на международном уровне. Многие иностранцы отмечают, что сегодня Узбекистан становится центром международной кооперации. То есть уже участники на нашу выставку приезжали не просто поговорить с нашими компаниями, но еще переговорить, например, Малайзия приехала переговорить с японской компанией, которая также участвует у нас на выставке. Проводились переговоры на стендах регионов, и региональные туркомпании привлекали туристов к себе в регион. И было подписано уже на сегодняшний день, у нас по калькуляции идет более 3000 договоров. Это еще и диалоговая площадка. В течение 3 дней проходили форумы и сессии с участием экспертов сферы. И B2B-встречи, которые имеют важное значение для развития индустрии туризма. Сегодня мы говорили о возможностях в сфере туризма, а также о проблемах, которые необходимо решить. Как, например, подготовка кадров. Для этого мы создали специальную академию. Разработана собственная модель, согласно которой обучаются молодые специалисты. Мы рады сотрудничеству с Узбекистаном и верим, что вместе сможем подготовить кадры, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. 27-я Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на шелковом пути» стала ярчайшим международным событием в области туризма, которое объединило общие усилия по поддержке туриндустрии в регионе и расширило географию международного сотрудничества в сфере.